сегодня все так же, 6 августа 2018 год. Также нахожусь я на Староневском проспекте. Вот эта остановка называется Исполкомская. Направляюсь я в сторону площади Александра Невского. Время он где там отсвечивает солнце? 9 утра. Шел я вон оттуда. Там же и площадь Восстания находится. Невский 174. Автобусы, как обычно, полупустые. Вот это вот еще одна остановка. Это для троллейбусов. Непонятно, откуда машина. Китайская, может. Ой, зеленый светофор.